Йога, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием The Vanishing of Ethan Carter, либо Исчезновение Итана Картера. Не знаю, где я, не понимаю. Где-то я в лесах. И кажется, я немножко потерялся. Да-да-да. Хотя, если тут мы недалеко зашли, по идее, должен найти проход отсюда и выход. Так, что-то я сомневаюсь об этом. Пиздец. Ладненько. Тогда делаем иначе. Идем от дерева вот туда. Честно, куда-то, скорее всего, я приду, если пойду сюда на бугор. Да, я пришел. К могилам. Найс. Найс, я вижу кровь. Посмотреть. Так, признаки борьбы. Несколько разных следов. Отсутствие кровавого следа. Жертва убита, ранена. Кровавая метка. А знаете, вот что меня радует? Он хотя бы не ходит здесь ночью. Как, знаете, бывает в большинстве играх. Почему бы не сходить на кладбище ночью? А почему бы и нет? Ведь ночью, наверное, нету никого. Да. Тут ничего нет. О, тут есть проход. Посмотреть. Взять. Ладненько. Что-то мы с вами подобрали. Давайте обежим церквушку. О, тут есть проход. Куда только этот проход, интересно. Ага, это как раз тот дом. А, давайте я разгадаю вот эту загадку сейчас, да? С кладбищем. Я хочу сходить... Там был куда-то проход, как в пещеру какую-то или что-то типа того. Наподобие пещеры. Здесь эти загадки даже можно, мне кажется, не отгадывать, а просто бежать куда ты хочешь. Так что игрой тебя это не заставляет, но все равно, скорее всего, ты какие-то загадки, да... Потеряешь? О. Использованные спички. Масленка. Различные. Так. Разливное топливо. Красивая лампа. Масляная лампа. Как я понимаю, мне нужно еще что-то собрать. Спички. О. Кисть, ведро, останки вороны. Кровь в стакана краски. Ритуал. Первые мертвые вороны разрушены, и плавает книжка сколько. Удерживать кнопку. Ну, это понятно, что мне вниз нужно сходить. Посмотреть. Рукоятка, рукоятка. Ворона, ворона. Ворона, ворона, ворона. Потянуть. Короче, мне нужно сюда топливо налить, я понял, там что есть. Посмотреть. Так, камни. Работа. Кто-то что-то хотел закопать. Посмотреть. Созвездие. Кровь в виде ворона. Крести нервно. Стоят какая-то жертва клепотью. Знак.
Мне кажется, здесь на раз-два можно на самом деле потеряться, почему-то, мне так кажется. Так, и что я ищу сейчас? А ну-ка. Привет, Иисус. Air here's the gun. Mandy Lesterns. Mr. Herder Spurs. Что я ищу сейчас? Так, за клепом я ничего не вижу. Можешь мне на это слепую туда вниз пойти, да и все. А, тут нихера не видно, поэтому я ничего не могу сделать. Ладно, что тогда? Нужно что-то, чем, наверное, это делали. Убивали ворон. Я здесь ничего на самом деле не вижу больше. Спрятанного тоже нигде рядом нету. О, стоять. Блин, может где-то за склепами. Как вариант. Или где-то здесь что-то. На стульях ничего, да, нету. Странно. Довольно странно, странно. Ладно, давайте смотреть около могил. Может что-то есть где-то на могиле. На могильной плите. Я не знаю. I don't understand. Или мне нужно изображение ворона на могиле найти. Тоже как вариант. Или этот знак нужно найти? Или в дереве где-то что-то спрятано? А может быть, что все что угодно. Ладно, давайте склепы смотреть. Давайте смотреть на склепы. Так, тачка, знак за, ничего нету, да? Склеп, вороны, чего-то не хватает. Но они кровь собирали, воронов. Значит, они чем-то ее собирали, так ведь? Понятно, что поджигали и ходили они вниз. Надо. Давайте я пройдусь еще вперед. Сюда. Не знаю. Может, это есть как раз дорога, которая вела бы сюда, если бы я пошел по той стороне. Хотите узнать, что могли поведать мертвые? Декс мертвые не смогут объяснить, что значит бес. Они скупаются по лестнице, исчезай под ногами. Середка яркость появления памяти. Да, которые им... Слушай, так это, короче, другой уже проход, значит, мне все-таки нужно идти туда. Давайте я сейчас, короче, остановлю запись. Пробегу до того дома и посмотрим, что в той пещере, о которой я говорил. Так, короче, я вернулся. И... Не знаю, посмотрим. Пока, 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 только звуки озера. Но мне не хочется остальные загадки терять.
если честно. А я перешагнул через слишком большое количество порталов. Какая-то часть меня всегда останется по ту сторону, ожидая. Всякий раз возвращаясь, я вновь обретаю ее. Зачем ли я так? Знаете ли вы, что призраки существуют? Бездомные воспоминания. Так, подождите, я теперь вообще ни хера не понимаю. У меня два варианта, куда идти. То есть, если бы я тогда не пошел туда, я бы не смог бы сюда пойти, так ведь? Окей, давайте, если здесь две концовки, или что-то типа того, значит, сходим сначала сюда. Окей. А потом мы вернемся туда, где кладбище. Разберемся с загадкой на кладбище. И типа того. А, так тут без разницы, смотрите, здесь все равно эта дорога есть. А-а-а. То есть, если бы я даже пошел так, то я бы все равно вернулся туда, откуда начинал. Значит, если логически подумать, я сейчас должен вернуться к кладбищу. Да? Или нет? Если будут сейчас сломанные деревья, значит, да. Если я их еще не пробежал. Нет, кажется, это и есть эти деревья, да? Если да, я просто остановлю запись по-быстрому. Да, это оно и есть. Это то же самое место. Окей, тогда... Нам остается найти то, чем пойди убивали воронов. Как я понимаю. А все, что нам необходимо, мы можем найти в том же месте, где... И загадка? Не знаю. Ну, типа, в доме мы только нашли лампу, и все, больше там ничего нету. Около могил я тоже, в принципе, ничего не вижу. Просто там ничего нету. Как-то это все странно. Здорово, я вернулся. Маленькие тайны. Может, где-то Ридли действительно... Не знаю. Это мусор. Ну тут нигде больше ничего нет. Сзади тоже нигде ничего, на деревьях ничего. Только кровь, просто кровь. Вниз, ну... А смысл того, что я спущусь вниз? А мне нужен огонь. Только не говорите, что мне нужно за топливом идти, где у нас была вот та дорога. Потянуть. Ах ты ж, ё-моё. Я тебя понял. А мне, оказывается, нужно найти каменную ворону. Это как вторая часть ключа, что ли? Здесь точно в камнях ничего нету? Ворон. Мне нужен ворон. Ворон даст... Поджог. А я потяну за рычаг, и в принципе откроется. Ну, включится огонь. Стой, на изображении тут точно ничего нету. Но я понял, что мне ворону нужно искать. Я теперь хотя бы понимаю, что мне нужно. Ворон, ворон, ворон. Но я на могилах ворон не видел. Может, вы видели? Ой, ненавижу такие вот моменты, когда ты хер знаешь, что делать, куда идти. Ничего нету. Хотим мне найти этого ворона? Может, внутри все-таки тут же? Я лампу нашел. Да нет.
Туда никуда даже не залезть. Здесь темно, тут не видно ничего. Ладно, давайте я пристановлю, когда найду хотя бы что-то, и я продолжу. Короче, я не шарю. Я же сколько ищу, ищу. Да-да, теперь показывают, конечно. Сохранение. Оказывается, когда знак вопроса, блять, нужно нажимать и смотреть. Я могилы сколько ходил? Сколько я ходил около могил? Я так и не нашел. Там, мне кажется, почему там есть, я и сейчас не смогу найти. Около плиты. Там мы с вами, в принципе, тоже вместе ходили. Ну да, конечно, конечно. Посмотреть. Забрать. Конечно, 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 да, да, да. Вспомните, мы с вами ходили, нихера не было. Пока мы, конечно же, не посмотрели на что-то, наверное. Ну, короче, знак обязательно нужно использовать. Теперь ударить их. И, скорее всего, загореть топливо. Ах, черт. Чей это труп? Снова знак. Бедняга. Вандерфул. Вороний нож. Взять. Посмотреть. Причина смерти. Ранение груди. Нет следов крови. Порез на лице. Мелковозье. Так, брызги крови. Выходит на отверстие. Несколько нападавших. Коснуться. Ай, стойте, я немножко, кажется, понял. Мне нужно... ножик использовать в воронах, да? Кинжал. Так, и у нас как раз вот выходит все, что мне нужно, да? Теперь я могу смотреть хронологию. Да-да. Так, полетели. Что происходит? Они же даже не заставляют идти туда, ведь так? Так, в чем причина? Так, ладно, я далеко ушел. Ну, пометки по... А, все, теперь я пойду, могу ставить пометки, да? Чего? Так, еще не все, где-то еще должно быть, походу. Может, здесь, около трупа? Нет. Стой, у него что-то с лицом, значит, с глазом. Лицо, глаз. А, как было сказано, поцарапанное лицо. Так, здесь они пока что без лампы, подождите. Они без лампы. Где они взяли лампу? Хорошо, что здесь скримеров нету. Ну, вначале, да, типа, ловушки показали, но это в основном показали опасность. Можно, пожалуйста, еще найти последнюю часть? Пятна. Окей, классно.
Ладно, смотрите, здесь лампа у них есть. То есть здесь тоже с лампой. Странно. Где они встречались с мужиком, мне интересно. Если они тоже с лампой. Типа на него напали. Она его... Серьезно, можно метки ставить? Так, ну я думаю, это... Сколько всего их? 5. Это третья. Третья. Четвертая. Пятая. Может быть, это шестое? Стойте, я думаю, вот это вот первое будет. Первое. Типа, ну она уже, посмотрите, она без фонаря. Первая. Так. Так. Либо она изначально была без фонаря, либо... Стоп. Что-то я запутался. Первое, второе, третье, четвертое. Значит, это пятая. Давай. Какого черта происходит? Где Итан? А. Значит, я сразу ошибся на этом, да, даже? Ну, тогда это второе. Второе. Стой, я запутался. Это, значит, первое. А что второе? Второе, так где я нарезанул его? Я поставил. Нет, тогда третье. Давайте пробовать. Чат оставил нашего мальчика в склепе. Он хочет замуровать его и это спящему навеки. Какого черта происходит? Где Итан? Что, это уже другой парень? А это уже другой парень, подождите. Ну, с первым, ладно, я угадал. Так, я чуть не врубаюсь. Это разные челики? Так, челик в свитере, челик в свитере. Челик в свитере. Что происходит? Я не понимаю. Ну, с первым я угадал.
Подожди. Это мужик. Да. Ну понятно, что вот это пятое, четвертое. То третье. Что за бред? Окей. Пускай это будет второе. То третье. Чат, не трогай его. Подожди, ты с ножом в этот момент была? Что заставил? Он хочет замуровать его и отдать спящим навеки. Он хочет... Окей. Чат, не трогай его! Стоп, она его уже порезала или нет? Она с ножом или нет? What the fuck? Это кто? Почему этот мужик в курточке? Это тоже мужик в курточке или как? Я не понимаю. А, это мужик в другой курточке. Ну то, скорее всего, будет пятое. Второе. Третье. А, так... Ну что за бредятина? Это неправильно. То неправильно. Это неправильно. Может, он сначала посмотрел. Это уже третье. Нет, даже четвертым я, может быть, даже поставил. Давайте так. А. Следующее. Ты же знаешь, что он безобиден, чат. Замурует склеп до того, как он проснется. Дай посмотри, чат. Не трогай меня. В общем, это виноват Дейл. Он должен был мне помочь. Дейл слаб. И всегда таким был. Твоя правда. Он слаб. Чат, не трогай его. Он твой брат. Не трогай его. Господи. Какого черта происходит? Где Итан? Спящий должен пробудиться. Дядя Чат погиб. Ворны. Итан.
Окей, короче, что с Итаном связано? Итана все хотят убить. Это неправильно. Итан наш мальчик. Пап, мне нужно попасть в шахту. В шахту? У меня нет при себе ключей. Ну тогда я пойду через туннель. Просто не подпускай ко мне маму, ладно? Она больна. Все мы больны. Коснуться. А, это заново показывает, я понял. Это неправильно. Это наш мальчик. А, все, ну это было. Хорошо, мне нужно попасть теперь в шахты. Давайте я тогда думаю... возле ворот. Вы все вольны. Ну, короче, ребята, как-то так. Поэтому я думаю, давайте на этом закончим с вами в моменте и в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.